Всем большой привет, друзья! На связи, как всегда, с вами команда worldcard.ru. Меня зовут Иван. Как вы поняли из названия, сегодня у нас для вас хорошие новости. Как мы, собственно, и говорили ранее, общий спрос по автомобилям снижается, и, конечно, перевозчики это также на это реагируют, потому что не могут они на это не реагировать, друзья. И сегодня для вас хорошие новости. Одна из судоходных компаний, которая и везет машины, и таможит, также снижает фракт. Теперь минимальная цена на фракт, друзья, составляет $800. Сразу оговорюсь, друзья, что это один из самых крупных перевозчиков снизил цены. Я не буду сейчас называть его наименование в видео. Также, друзья, мы сотрудничаем не только с этими перевозчиками, но и с другими. У всех цены, соответственно, немножко варьируются и меняются. С 1 апреля вступает изменение в силу. Фракт теперь, друзья, от $800. Я считаю, что это хорошая новость и не может вас не радовать. Ну а сейчас, друзья, я нахожусь в салоне BMW 7 серии, который привезли под заказ для наших клиентов из Кореи. Здесь просто шик и блеск. Изучаю автомобиль, чтобы сделать для вас полезное и интересное видео. Подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь также в Telegram. Там вся работа наша в онлайн-режиме каждый день. Оставайтесь на связи с нами и смотрите на автомобили, заказывайте их, конечно же, у нас. Все, друзья, до свидания всем и до новых встреч.